На сравнение, оценка очень перспективная, та же самая история, она интереснее кобеля, анатомически лучше сложена, остистые отростки у нее более широкие, более высокие, хребет у нее более прочный, двигается она с тем же самым недостатком, у нее берег идет лучше, чем зад сейчас. Но опять же начало сезона, плюс она быстро вырастает, и общая породность у нее повыше, связки нормально, все соответственно возрасту, она симметричная, слева и справа, поэтому патологии я не вижу вообще. Вот, у нее выразительная голова, у нее лучше линия вверх, она вообще интереснее, чем ходить, да. И когда начнет бегать, будет здорово, на баланс не будет терять, длинные ручки, эластичные связки. Кобелем попробуй. Ой, кобеля, да, давай. Нет. Вначале кобель, за ней все. Вот это вы? Да, потом давай вперед. Давай вперед. Это устранение. Так, сумка вперед, ходите. Не отстаем от меня. Гера, дай! Так, теперь кобель вначале, чтобы за ним. Дай! Ну вот, обращаю внимание всех, что общая породность у суки выше, она интереснее. У нее такой же недостаток, как у кобеля, нету широкой амплитуды толчка. Она в статике и на шаге смотрится лучше, если ускоряется, она тут же теряет баланс. Кобелю удается немножко тоже его сохранять. Сука лучше, она мне нравится больше, но я не могу из-за этого отдать ей лучшего щенка. Кобель лучше щенок. Спасибо. Поздравляю. Фотографироваться. А, Оля, ну, надеюсь, перестал.